Здравствуйте, меня зовут Римма Александровна Тимофеева. Я являюсь доцентом кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. И сегодня мы с вами начинаем новый курс, который посвящен анализу произведений изобразительного искусства. Живопись – это вид искусства, искусство – это часть художественной культуры. Живопись лишена реального объема и осязания, это искусство плоскости и одной точки зрения, где пространство и объем существуют только в воображении. Поэтому построение пространства – это важнейшая композиционная задача художника, которая решается с помощью материальных, пространственных и других изобразительных средств.